ну, какой-то ступеньке вот этой Да, если лестницы. позволите, я сейчас отвечу, потому что Азамат второй раз звонит. Да. Да, Азамат, приветствую. Еще раз, Азамат, повтори, пожалуйста. При сотрудниках там приду. Я сейчас нахожусь в Ленинском следственном отделе. Вот, меня сотрудники взяли. И меня сейчас привезли. И прям тут же, прям не прошло 30-40 минут, меня вот сейчас подъехали ребята на крыльце, стоят там 3-4 человека, прям при сотрудниках подошли полиции. Вот, они вот здесь сидят, вот я их показываю. Вот, один, вот второй. Вот я нахожусь здесь, чтобы ты понимал. Меня прям подошли, при них хотели сорвать жетон, и меня, короче, там по лицу прям при них ударили. Вот, они потом заступились, когда я начал кипишовать, они заступились, как бы, ну, не дали, меня завели сейчас вовнутрь. Вот, эти мордобои здесь стоят. Азамат, расскажи, пожалуйста, потому что, да, Азамат, смотри, я прямо сейчас вместе с журналистом Александром Шелестом как раз обсуждали вот эту историю. Мы с Александром, Александру можно верить, это серьезный журналист. Азамат, расскажи точное свое месторасположение, пожалуйста. Месторасположение, здесь какой адрес? Второй Московский проезд, дом 16, вот сотрудник говорит, это Следственный комитет, правильно? Это Следственный комитет. Вот, я стою, вот мои запомните, вот лицо, видите, сотрудник, покажите, пожалуйста. Я буду показывать, вот. Ну, не то вообще. Вот, видите? Ну, мы с тобой нормально разговариваем. Вот, смотрите, у меня стоят уже здесь на улице. Значит, вот, я сейчас для документалистики, Азамат, я сейчас для документалистики фиксирую, сейчас 24 апреля. Я сейчас захожу в кабинет, сотруднику. Смотрите, вот видите его. Видите, он меня просит вытащить его. Потому что здесь находится уголовный дело в производстве. Азамат, ты запросил, ты зарегистрируй прямо у них, пожалуйста, заявление об угрозе убийством тебя. Пусть они куссируют. Тем не менее. Хорошо, ну, то есть сотрудники МВД... Вот эти сотрудники вот меня сейчас привезли, и при них меня, в смысле, пытались выгнирать. Да, еще раз скажи, пожалуйста, это следственный отдел Следственного комитета или МВД? Это Следственный комитет. Меня вот вызвал сотрудник, да. А, то есть это следователи Следственного комитета, правильно я понимаю? Написано, смотрите, вот фамилия написана, вот я вам покажу. Видите? Да, прочитай, пожалуйста. Старший следователь, старший лейтенант юстиции Глухов Никита Алексеевич. Хорошо, у меня тогда... Да, у меня просьба... Хорошо, Азамат, у меня к тебе убедительная просьба, пожалуйста, сообщи им, во-первых, о том... Азамат, проходи, пожалуйста. Смотри, нужно... Азамат, послушай меня. Нужно зарегистрировать два заявления. Первое заявление о совершенных в отношении тебя пытках в Саратовской ОТБ-1. Мы им материалы тоже туда отправим. И второе. Об угрозе убийством в отношении тебя. Давай, Азамат, и мне смс-кой напиши адрес, где ты сейчас, мы прямо сейчас, через час уже зафиксируем тоже от нас заявление туда, в Следственный комитет. Нет, вы говорите, какой? Второй Московский проезд, дом 16. Хорошо, да, это межрайонный следственный отдел Следственного комитета. Сейчас, секундочку. Правильное название какое? Это межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району? Города Саратова, да. Хорошо, я записал для себя, спасибо, давай, Азамат, держись, мы сейчас будем действовать. Давайте. Тоже. Ну вот так, да. Вот так это все и происходит. Вот это, пожалуйста, как бы, это ничего не придумано, то есть это вот к вопросу
о том, что его следователи Следственного комитета привезли на допрос, и параллельно за ним идет слежка со стороны службы безопасности Вагнера, которые хотят с него сорвать жетон, ударили его по лицу и так далее. И сейчас вот в моменте, вот он как раз после совершения в отношении него теперь еще одного преступления, да, его ударили, били его, соответственно, за его показания, за разоблачение и, конечно же, по указанию Евгения Пригожина. И сейчас он находится на территории Следственного отдела, Следственного комитета по Ленинскому району, Следственного управления по Саратовской области. То есть, с одной стороны, еще раз, для тех, кто там теоретизирует и считает, что мы наивные, и представляет, что вот путинский режим – это полностью монолит, это не совсем так. И здесь мы хотя бы каким-то образом пытаемся защитить Улдарова, потому что его как раз вот привезли на допрос в рамках начала проверки по его показаниям. Да, я понимаю, что достаточно, ну, немного позже выйдет, скажем так, этот материал, и вы его увидите, и наверняка